Из-за доверчивости алматинцы лишились собственных домов. В городе орудуют мошенники, которые каким-то образом вынуждают людей писать расписки о несуществующих долгах, а после отбирают у жертв единственное жилье. Личная трагедия нескольких семей тянет на настоящий детектив. Все настолько запутано, что полицейские до сих пор не могут размотать клубок долговых отношений. В надежде добиться справедливости, отчаявшиеся алматинцы обратились в нашу редакцию. Теперь они ютятся в старенькой квартире где-то в деревне, а ведь еще не так давно жили в городе и в собственном доме. Семейное счастье длилось до тех пор, пока супруги Павел и Галина не решили обменять свои апартаменты на квартиру с доплатой. И сами не поняли, как попали в сети мошенников. Один после сделки отказался доплатить 20 тысяч долларов, другой, прикрываясь желанием помочь, вогнал в долги. Он вцепился в эту квартиру зубами. И вот обманом, мошенничеством, угрозами меня на улицу выкинул. Он знает, что с меня взять нечего. Появился здесь. Вот, в итоге мне тоже, как говорится, избил. Вот, жена тоже в шоке, все. Вот он заставил ее написать расписку на эти же деньги. Получается, вроде бы как теперь вдвоем мы должны 3 миллиона уже с лишним. Вот, все. В итоге он мне эту квартиру отсудил, ну, через судебных исполнителей, все вот так вот. Но там, как говорится, он сам промашку какую-то допустил свою. В общем, мы ее отыграли обратно. Квартиру выиграли через суд, все. А до этого семейная пара 2 года провела в железном контейнере. Как они выжили зимой, сами удивляются. А когда, наконец, с боем вернули хотя бы деревенскую квартиру, расстроились еще больше. Здесь на кухне вот печка стояла. Она, естественно, железная, поэтому все вытащили. Вот единственное, кирпичи остались. Вот я просто убрал отсюда все. Отопление было, тут все сделано было трубами. Все через комнату. Газ плита здесь стояла. Бейко, хорошая плита, все, нету. Ничего не осталось. И это не самое страшное. Люхтины боятся, что их снова выселят за долги. Но еще надеются на справедливость. Как и Марина Карева. Она тоже попалась на удочку все того же обманщика. Мать 3 детей устала жить в частном доме. Захотела однушку в городе ближе к центру. Говорит, как только пожали руки, выяснилось, что желанная квартира под арестом. Не знает как, но после долгих уговоров свою недвижимость все-таки переписала на других людей. Ей начали угрожать, и почувствовать себя хозяйкой в новом доме она так и не успела. Выставили за дверь с новорожденным малышом на руках. Он не собирался даже нам ее переоформлять на нас. По обязательству он не собирался ничего выполнять. Я намерена дальше продолжать добиваться правды, судиться с ним. Как бы он мне ни говорил, я на тебя, говорит, подам в суд. А Вакил Шамилов может остаться еще и без магазина. Он тоже опрометчиво написал расписку. Когда понял, что его обманули, начал собирать всех пострадавших вместе. И доверчивых алматинцев, которые теперь пытаются вернуть свои законные квадратные метры, не так уж и мало. В настоящее время данное уголовное дело расследуется Следственным управлением Департамента полиции города Алматы по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». В полицию на действия подозреваемого официально обратились 8 человек. Их заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования. В рамках производства будет проведен комплекс предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством следственных действий. Разговаривать с нами тот, кто так легко обвел вокруг пальца столько людей, не стал. Но вот отвечать в судах ему все же приходится. Больше 2 лет обманутые алматинцы бьются за право на свою же собственность. На все вопросы, которые задаем мы непосредственно, есть ответы, то есть в форме судебных актов. И на сегодняшний день очень тяжело бороться и непосредственно добиться правды. То есть, как правило, наши органы не очень-то хотят заниматься такими делами, но здесь все налицо. Я думаю, что мы добьемся правды, и люди возвратятся в свои дома. Только вот сколько времени на это понадобится, неизвестно, говорит адвокат. Нужно запастись терпением. И деньгами. Ведь тем, кто остался без дома, сейчас приходится снимать жилье. А это заметно бьет по и без того пустым карманам. Александра Салмина, Нурдаулет Джексубаев, Валентин Лобанов, Алматы,